Всем привет! Сегодня мы будем проходить в угольную армию вот таким вот составом. Первым тестировать Анубиса. Дальше мы после видоса сделаем на него обзорчик с воодушевлением. Остальные герои у нас с огненной защитой. Кроме тыковки, будем пробовать и тестировать огненку вот таким вот составом. Ну, поехали. Первый. Смотрите, как они сейчас будут убиваться. Воодушевление работает, получается, за 4 секунды он имеет полную шкалу энергии. Вот сейчас раз, и все. Опять набрал. Очень кайфовый скилл именно на фарм, на волны, на пришествия. Фактически везде, даже вот на угольной. Очень хорошо заходит этот талантик. Они фактически не успевают добегать. Плюс стрелок с вертолетиками. Также новый питомец у нас уже с третьим умением. Благодаря этому он уже лечит и снимает негативные эффекты с трех целей. Не с двух, а уже с трех. Бигфут, конечно, кайфово морозит. Единственное, он убивается об огненку, об щит очень быстро. Урона немерено. Точно так же, как и Афина, либо любой герой с богом войны. Так, 10-я волна. Сейчас будет новый босс. Вот он идет. Черепа подошли. Вот Бигфут его просто морозит. Вот он опять в стане. Арктика даже не успевает подлететь. Так, а вот тут могут быть проблемы, если не успеем. Хотя с Бигфутом, видите, он морозит даже атлантов. Это очень хорошо, плюс ворожей их замедляет. В итоге у нас герои хотя бы не убиваются щит атланта. Так, душегубы подошли. Давай, подходи. Так, взяли разгон. Шестнадцатая волна. Вот тут будет
Сейчас очень сложно, если не успеем убить Арктик. Ой, хорошо. Рино сработал с Бигфудом очень хорошо. Рино снял энергию, Бигфут заморозил. Так, давай, 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 Бигфут, тащи. Тыковка надо, чтобы зарядила. Ну, супергерой. Бигфут, конечно. Очень нравится. 20-я волна. Сейчас самое главное быстро, быстро получить разгон, чтобы нас тут просто не слили. Анубис, тащи. Ну, видите, стана много, я ничего не могу сделать. Сейчас по одному герою могут посливать. Ну-ну, тащи, 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 атланты. Морозь атлантов. Ай-яй-яй. Проседают, все-таки проседают. Видите, чуть-чуть не хватает. Надо больше все-таки урона. 417 в прошлый раз больше было. Так, теперь давайте соберем команду на атаку. Посмотрим, как именно атакующего плана, то есть с уроном, герои смогут постоять. Возьмем вот такого вот Рину. Топор. Так, Рино готов. Стрелка возьмем с каменкой. Пусть будет так, и ставим ему слоника. Так, следующий у нас будет ворожей с бастионом. Ставим ему оживу, потому что он сам себя убить может. Общит. Так, ставим тоже в крит. Давайте в крит поставим, потестируем. Так, есть. Афину пока мы использовать не будем. Хочу потестировать Бигфуда. Так, третий есть. И остался у нас Анубис. Так, ангела сейчас сюда перетащим. Так, и Бигфута надо собрать второго с богом войны. И ставим ему карася. Так, этот готов. Ворожая тоже меняем. Тыква остается. Бигфут. БВшный будет у нас на урон. Стрелок с каменкой, чтобы подольше простоял. Анубис.
бог войны. И сейчас его в топор поставим. Так, сейчас посмотрим, или мы того Бигфута убрали. Не того. Так, ну, вроде всех собрали, побежали. Тест номер два. Ну, как видите, воодушевления тут уже нету. Давайте сделаем ускорялку до волны 15, думаю. Да, герои, конечно, с воодушевлением, такие как Ворожа и Анубис, будут очень хорошо на таких локациях помогать. Ну, тут все покруче. С таким, конечно, Анубисом они убиваются намного быстрее все. Так, 10-я волна. Так, что там у нас? Кто-то слился? Или все пока живы? Вот 15-я волна. Смотрим. Ну, как видите, урона намного больше. Тут Анубис, он 1 400 000 урон пролетает от Анубиса. 16-я волна. Ну, сейчас эту волну мы тоже быстро пройдем. Так, 17-я. Герои пока все живы. Единственное, плохо, Рину не заряжен. Сейчас Арктика заморозит. Но Бигфут тут справился. Круто, круто. Так, так, так. Вот это плохо, что герои бегут в одну сторону, а другие в другую. Сейчас они разделятся, их просто могут слить. Так, 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 давайте, давайте, давайте. Есть, хорошо. Зависаем на демоне. 20-я волна. Смотрим урон. Анубис, где ты? Ну, хорош, хорош урон. Конечно, круто. Половина наших героев слилась на отражении. Да, плохо, плохо, конечно. Так, Бигфут еще жив или нет? Не, наверное, он уже... Нет, жив. Осталась тыква и Бигфут один. Ай-яй-яй. 23-я волна. Ну, 508. Побили свой рекорд. Как видите, герои на атаку показали себя лучше, чем герои на отражалку и защиту. Ну, вот такой вот был тест. Надеюсь, кому-то он будет полезен. И мы сможем еще сегодня протестировать третью пачку с каменной защитой на максимальный деф. Посмотреть, что они смогут сделать. Все, всем пока.